класс команды со всей России приехали в смену, чтобы показать свои способности. Учителя, тренеры, родители – все активно болеют за ребят. Хотите больше узнать об участниках президентских состязаний? Тогда смотрите наш сюжет. Всем привет! Мы из города Кумас, Республика Дагестан. Мы из школы номер 9. Мы готовились очень долго к этим соревнованиям, почти все лето, утром и вечером. И мы приехали только за победой. Наша Республика Дагестан славится великими спортсменами, красивой природой. У нас очень дружная команда, мы всегда друг друга поддерживаем. Мы считаем, что нам помогут наши тренера, наши вожатые, они будут нас поддерживать. Наше единство, то, что мы поддерживаем друг друга. Наш отряд! Дагестанцы! Наш девиз! Начинаем! Раз, два, мы танцуем! Ася! Эй, ребята, не зевай, с нами вместе зажигай! Всем привет! Мы из села Ансалта, Республики Дагестан! Мы учимся в 8 классе селения Ансалта. Наша школа названа в честь героя России Нурахмаева Хаджимурада. Наше село славится своими спортсменами. Соглашусь. Наше село славится своими спортсменами, особенно борцами вольного стиля. У нас есть олимпийские чемпионы, чемпионы мира, чемпионы Европы. Также у нас есть штангисты, легкая атлетика тоже у нас сильно начала развиваться. Постоянно занимаем призовые места с 6-7 лет в президентских состязаниях. В прошлом году выиграли. В этом году считаемся фаворитами, собираемся выиграть. Хороший настрой. Соперника могу пожелать удачи, пусть победит сильнейший. Мы желаем всем удачи на президентских состязаниях. Мы из Москвы. Наш отряд. Родники. Наш девиз. Мы команда Родники. Мы к победе так близки. За Москву стоим горой. Всем покажем, кто крутой. Мы из школы 283. Мы приехали на президентские состязания, чтобы выиграть. Наша команда в первую очередь многонациональная. И мне кажется, это дает нам силу, веру. Каждый может чем-то поддержать, поделиться, рассказать что-то новое. Мы уже участвуем третий год в президентских состязаниях. В прошлом году мы тоже сюда приезжали. Готовились мы весь год. И мы надеемся, то, что не зря готовились. Мы из Дмитрова, Московская область. Наша команда. Дмитровчане. Наш девиз. Каждый говорит сегодня смело, совершенству нет предела. Мы олимпийцам достойная смена, мы дмитровчане, мы спортсмены. Мы приехали на президентские состязания уже второй раз. В прошлом году мы заняли первое место в эстафетном беге, и в этом году мы тоже хотим занять какие-то места, покорить вершины, и надеемся, что у нас все получится. Спорт в нашем городе очень хорошо развит. У нас растились многие олимпийские чемпионы, и много за нами олимпийских медалей. Мы очень дружные, веселые, каждый у нас поддерживает друг друга. Также мы оптимисты, и я считаю, это немаловажно в команде. И вообще, мы любим друг друга, мы любим нашего тренера, нашего классного руководителя, любим друг друга. У нас, во-первых, есть мотивация, во-вторых, цель, к которой мы движемся только вперед и только к победе. Победа будет за нами! Мы приехали из поселка Глебовского, Московской области. Мы приехали побеждать! Мы приехали из школы МОУ «Глебовская СОЖ». Она находится в Московской области Истринского района. Мы ожидаем от президентских состязаний море позитива. Хочу очень много познакомиться с кем. И также я хочу, чтобы эта поездка запомнилась нам на всю оставшуюся жизнь. И только победа. Вот да, только победа. Но если бы мы не занимались спортом, мы бы не были здесь. И когда занимаешься спортом, это, во-первых, физические возможности, а остальное – это соревнования, и ты проявляешь себя. Передаем привет всему нашему поселку! У-у-у!